Четыре боя проведет казахстанский боксер Геннадий Головкин в следующем году. И первый поединок пройдет в начале февраля в Монте-Карло. Имя соперника пока неизвестно. Напомню, в минувшую субботу Головкин защитил титул чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации, выиграв у американца Кертиса Стивенса. Бой завершился техническим нокаутом. Это уже 28-й по счету поединок с участием спортсмена. 25 из них он завершил досрочно.